Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Сегодня будем брать 26 тысяч кубков. Так, крылья, стартовый ускоритель. Подожди, 26 тысяч кубков. А, ну да, да-да-да, 26. Я что-то смотрю, 24, думаю, что-то как-то не то. Так, команда, а я как Рэй каждый день меняю скин, правильно, молодец. Я попал в ролик один раз, Домиргончик, уже второй раз попал. Завтра еще снимет, он снимает 14 или 21. Ребят, все зависит от того, если я работаю или не работаю. Сегодня я не работаю, поэтому могу позволить себе вот черепашек отснял. Сейчас я пошел в ХКР-ку. Так, ну и всем привет, само собой. Всем привет. 26 тысяч кубков сегодня попытаемся взять. Давай открываем сундук бесплатный. Так, управление в воздухе, стартовый ускоритель. И задание посмотрим. Вот нафиг вот это я хочу. Блин. Ну почему на мотоцикле? Ну не хочу, ребят, на мотоцикле ничего делать. Ну бесит. Серьезно тебе говорю. Вы видели, как я на этом байке еду? Как курица лапой пишет, я не знаю. Ну, полный бред. Получается. Так, во-первых, давай поменяем свиное рыло. Оно вчера у нас откаталось довольно неплохо. О, джигит такой будет у нас. Таксист. Ну и, наверное, поедем на раллийном авто. Хотя, нет, нормально. Нормально же? Я думаю, что нормально. Ай! Я вижу, что этот меня там... Хе-хе-хе. Блин, ребят, тут бы... Вот тут-то главное, чтобы... Помнишь, как мы с тобой... Отлично! Не врезался ни разу. Даже лихача. Лихача обогнал еще одна раллийная автошка, поэтому... Лихач нуб. Шучу, ребят, не нуб, нормально все. Так. Ну как же меня бесит вот этот вот подлет, вот этот вот здоровый, ребят, подлет, который... Никому он не нужен, вот этот вот. Лихач, вали нафиг, а. Я такой вот маленький подлет сделал. Специально. Хе, нифига себе. Спорткар уже как-то там всех умудрился обогнать там сзади. Ну ты видел, да, что произошло? Молодец, красавчик, ничего не могу сказать. Так, вот здесь, по-моему, если не ошибаюсь... Да-д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 а, все. Вот зачем я начал чудить, ребят, ну? Так, ваши финальные баллы, 11 баллов. А, событие, что ли, закончилось, да? Привет, Бали. Да, закончилось, видимо, событие, поэтому... Финальные баллы, 11 баллов я заработал всего лишь. И дали мне скин, мордочку эту. Но он у меня был. Не будем, ребят... скрывать этого. Меня больше интересуют не скины даже, а все-таки, наверное, больше интересуют шмотки, чем аватарки. Буду честен, потому что, ну, морд у нас прилично, а вот по шмоткам, конечно, я отстаю очень сильно. Да, я вижу. Опа. Ну понятно, что чувак через кактусы. Что у него там? Да ничего у него там нету. Он газанул и тут же обделался. Не смог профорсить нормально. Как это делаю я. Сдулся, короче, одним словом. Так, подожди, здесь. Куда мы там приземляемся? Приземлились-то мы нормально, но вот скорость я потерял, да. Опа! Нагнали, друзья мои, нашу пропавшую скорость. Ну и как видишь, у нас все отлично. Первое место. Как орешки щелкаем. Подожди. А что это? Как это так странно? Почему мы так мало проехали? Так, ролик снимаешь. Ну да, ролик снимаю. А как же? Как же не снимать-то, ребят? Не, ну обычно я могу, конечно, зайти просто так и. Трасса била.
Вот этот чувак на Феррари совсем, ребят, не смотрится, да? На моей Феррари с такой рожей. Там что-нибудь такое, знаешь, в спортивной шапке. О, спортивная шапка. Я смотрю, спорткарта тоже, да? Не помогли ему крылышки-то долететь. Чувак экспериментирует, я так понял, да? Взял эти... Как они называются-то? Ну, воздушные вот эти. Летать. Ну, что-то он как-то... плохо. Кстати, они тоже, ребята, зависят от своей прокачки. Если они хорошо прокачаны, они дадут тебе действительно нормальные бусты. А если они не прокачаны, то хоть ты тут их завеши себе, хоть на лицо повесь, они тебе ничего не дадут нормального. То есть ты можешь подлететь, у тебя моментально за 3 секунды буквально кончится горючка, и ты рухнешь. Вот и все. Так что, если не у тебя есть даже первого уровня, это все, ребят, полная фигня. Я тебе говорю, они должны быть прокачаны. Как, в принципе, тут все. Если у тебя есть какая-то деталька первого уровня, то это еще не говорит о том, что ты будешь тут всех рвать. Нет. Ее как минимум нужно прокачать. Как минимум уровня 3, 2, даже 2 уровня пускай будет. От этого будет какой-то итог. А то, что ты ее только получил, никакого существенного прироста не будет. Поэтому даже не обличайся. Это уже проверено. Годами, блин. Годами. Сельский кубок. Кстати, сельский кубок, по-моему, тоже мы проходим на суперкаре. По-моему, или я путаю? Нет, по-моему, здесь, да. Правда, здесь, по-моему, есть такой момент где-то, что можно перевернуться, но я отлично здесь проехал. Блин, спуск, сразу подъем. Ладно. Ать, не люблю вот эти вот впадинки, подъемы, блин. А кто тебя будет спрашивать, любишь ты этого или нет? Надо, Федя, надо. Все, видишь, первое место. Ну, давай попробуем на последней гонке не облажаться, и все у нас будет... Чики-бомбони. Ну куда ты, ну? Давай. Воу, 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 на колесике вставай. Есть, красавчик. Показал, га. А, блин, сейчас доиграюсь я. Ну. Ты серьезно? Твою налево, блин. Да. Просто, просто, ребят, на четвертое место. Подпрыгнул, называется. Ай. Так, ну что мы здесь делаем? Ну, давай, наверное, не будем брать крылья. Так, попробуем. В принципе, сборка вот эта неплохая. Я думаю... Так, ну, естественно, вот с этими плохо, конечно. Кто-то у нас насвистывает опять. На форсаже. Это байк? Он еще и с крыльями. Фига. Просто. Да, даже я там, ребята, то, что я взял этот форсаж, мне даже это не помогло. Что он там еще эти наяривает, крутит. Но здесь он докрутился. Ничего ему не помогло. Врежься, гаденыш. Да не я, блин, врежься. А этот охламон, блин, должен был врезаться. Он все, ребят, перепрыгивает. Да. На 1 балл, ребята, я буквально ему проиграл. Пляжный кубок. Опять же. И не надо меня, ребята, говорить, что вот ты на одной машинке катаешься. Ребят, да, я катаюсь на одной машинке. Я знаю, что эта машина меня не подведет, и поэтому я на ней хих, и катаюсь. Да и в конце концов, я не только на одной машинке катаюсь. Я разные беру машинки, просто каждую под свой, так сказать, под свою трассу. Если знаешь, что где-то кочки там эти, лучше взять, наверное, багги. Если где-то ровная трасса, взять наша Феррари.
Если где-то там, я не знаю, такая средняя трасса, то, конечно же, раллийное авто, которое нам везде поможет. Ну что за мотоциклист, а? Привязался ко мне. Они еще едут, какие-то сальтоны наяривают. Я там, ребята, еду на нем. Чуть-чуть там что-нибудь сделать, все. Хана мандрыга, вниз головой летишь уже, все. Они как-то крутят еще там что-то. Я не знаю, ребят, как они там, как они это умудряются делать. Попробуй, говорит, прокататься в приключениях. Я попробовал, ребят, в приключениях. Вчера при вас, видели же. Обалденно в приключениях покатался. Больше километра даже не успел проезжать. Так, Райская бухта. Слушай, ну Райская бухта, насколько я помню, это у нас одна гонка. Всего лишь одна гонка. Это мы с тобой едем, спешим, так сказать, на яхту. Так, и мотоциклист тут тоже спешит, блин, я смотрю, на яхту. Спешит же на яхту. Ишь, спешит. Посмотрим, кто из нас быстрее придет. Кто первым на яхту придет, того и яхта. Так, вот они, начались прыжки. После третьего попрыгунчика мы идем с тобой вниз. Ну и вот она, ребят, практически финишная. Ой, с прыжком. Замечательно. Видишь, яхта моя. Все. И это не сужается. Так, 12 деталей. Каких? Блин, на снегоход. Блин, смотри, там какая-то классная то ли шмотка, то ли еще что-то. Темные дороги. Ну что, Багги, ты готова у меня пофорсить по темным дорогам? Опять вертушка здесь. Ну, стандарт, ребят. Комплект, как говорится, неизменный. Давай без вот этих своих огромных прыжков. Спорткар тут еще лезет. Но он, конечно, он в прыжках, ребята, не особо силен. Спорткар. Ты видел, да? Он там бу-бу-бу. Как этот недомерок картофельный. Какой автономно? Не надо мне никаких автономно. И началось какое-то прерывание, ребят. Ты сейчас серьезно, что ли, а? Да какие-то прерывания, ребята, бесят. Все из-за них, блин. Просто вот это, видел, как бы такое вот немного поддергивание. Это, видимо, что связь оборвалась, и вот начинается вот эта фигня. Я вниз. Вниз, говорю. Кинг Махди обделался. Зато теперь еле хат какой-то там. Да ну! Ты серьезно, блин? В прыжке где-то там спорткару проиграть, да ну? Это, конечно, ребят, вообще позор. Просто позор. Говнюку какому-то несчастному сфейлиться. Спорткар. Машина недомерков, блин. Да что ты едешь-то как размазне, блин? Поддай газку-то в конце концов, блин. Нормально. Только не надо, пожалуйста. Есть. Фью. Чудесно, блин, раз чудесно. А у нас тут что, с одной гонкой трассы, что ли? Я не могу понять. Слушай, похоже, да. Одна гонка здесь. На тебе, первое место. Ах, джигит наяривает, красавчик. О, вот, горные мосты, ребят, горные мосты. Горная лаванда, горные мосты и тому подобное. Давай, как ты в этой багге-то помещаешь? Голова больше, чем машина, блин. А, скажи-ка мне на милость.
Опять лезет тут спорткар, блин. Не только спорткар, тут и этот лезет, блин. Как его звать-то? Чушок, короче. Вертушка. Лезет, и посмотри, этот спорткар вообще оборзел. Просто оборзел, везде свой нос сует. ККМ-ка, ты-то откуда вылезла, блин? Посмотри, а, голодрань что делает. Нет, но все-таки здесь по ухабам мы получается, даем лучший эффект. Именно по прыжкам, поэтому по бездорожью, одним словом. Нифига себе, я тут. Нормально у меня так получилось. Так, подожди, подожди, подожди. О! Красавчик. Совсем другое дело. Так, что у нас там опять в команде? Привет, Рей, привет. Прива. Прива Ребзя. Да, Прива Ребзя, вот так вот. Так будет лучше. Ну что, Кубок Лесов. Кубок Лесов я буду проходить. Подожди, Кубок Лесов я буду проходить. Ну, на этой, на нашей раллийной автошке. Давай, 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 монетную все. Давай, давай, горючку. Отлично. А кто там сзади? Баги едет, да? Там. Лишь бы обогнать меня, ну, видишь. Слабые колесики в этой баги. Не дотягивает до моего класса, до уровня. Даже это, даже вертушка обогнала эту баги, которая там. Она за счет, знаешь, чего берет? Видимо, стартовый ускоритель у нее есть? Нет. Без стартового ускорителя она едет. Ладно, фиг знает. Но у нее буст, она очень быстро рвет с места баги. Но потом, потом, ребят, начинает она очень быстро терять свою скорость. Особенно, когда это касается именно прямых дорог. По прямым дорогам лучше ехать на какой-то скоростной машине. Так, развлекуха. Приступайте к развлечениям. Не буду я брать баги. Хотел, думал, сейчас баги возьмем, но... Так, вот это вот кадр мы где-то видели уже. Я видел, как он целуется с потолком. Да-да-да. Я именно про фуру говорю. Почему-то и он, и я врезались туда. Нафига это надо было делать? Да перевернись ты, Роман Конюхов, ё-моё, или кто-то там. Роман Конюхов. Компот, ё-моё. Ладно, Ромыч, не обижайся, ты же так любя. Видишь, мне тут достают всякие тут хламоны. На своих нитро, блин, вшивых. Едет. А без нитрача-то слабо? А? Без нитрача-то как? Кишечка-то слабовато? Конечно, слабовато. Сейчас не удивлюсь, если он тут перелетит. Не, где-то там завис, блин. Его даже байк обогнал. А у нас третья гонка, заключительная. Бля, опять эти аттракционы. Воу-воу-воу-воу, не надо... Конечно, это было мощно, ребята. И мощно, и не нужно, самое главное, что. Ух! Топово. Смотри-ка, Джиги довольный. Так, а вот кубок Сумрачной долины, уж извините, ребят, мы пойдем на баги проходить. Но, опять же, здесь нужно сделать, знаешь что? Нам надо убрать вот именно здесь, на этой гонке, форсаж. Потому что здесь он только мешает. То есть не форсаж, а нитро, нитро, конечно же. Потому что ты берешь это нитро и куда летишь, чего летишь. Вот скорость потерял, вот нафига. Ну, есть. А вот зачем он повесил вперед противовес? Вот объясни мне, пожалуйста. На баге повесил противовес.
Она изначально, по идее, по заводу-изготовителю должна именно подниматься на козла, скажем так. Но он почему-то решил, что нифига, это будет ему мешать. И убрал, и поставил противовесие. Ну, не знаю, ребят. Каждому свое тогда получается. Меня, например, он нисколечко не мешает. Мне, наоборот, кажется, что когда на заднем колесе едет багги, она хоть что-то, ребята, из себя представляет. А когда на двух колесах, ну это вообще ни о чем. Поэтому ей, когда ставишь этот колесный ускоритель спереди еще, то ты сам понимаешь, да? Насколько она будет шустрая и быстрая. Потому что постоянно на заднем колесе едет. И причем мы с тобой, смотри, поменяли колесо. Колесо меняется не везде, а только заднее. То есть как бы ведущее. Ну вот, я же говорю, что багги здесь вообще идеально, ребят. Для этих трасс подходит просто топ. Эх, там какой-то снаряга, типа рюкзачка, что-то непонятное. Хотелось бы, конечно, мне его получить, но видишь, никак. Так, у нас, кстати, 174 тысячи монет. Давай-ка мы качнем нашу эту вертушку. Мы же вертушку хотим с тобой в ближайшее время тестить. Вот, поэтому вертушечку и будем качать. Бесплатно. Так, а что у нее... Это, так, у нас есть там что-нибудь? Ага. Блин, вот это было бы, наверное, прикольно. Слушай, а я же анимацию не поставил новую, да? Вот эту вот. Казак, точно ему подходит, ребят, казак. Первое, второе. Вот здесь, наверное. А как поставить-то? А, вот. У нас есть еще подтанцовка, оказывается. Я не знал, что у меня есть подтанцовка. Соло на барабане. Дю-дю-дю-дю-дю. Блин, вот эти вот прикольные. Смотри. Упал. Второй. Да иди ты, говорит. Ой, блин, я что-то не видел раньше такого. А это что он так? Это он так... Чихает, что ли? Ничего себе. Так, ладно, вертушку качнули. Что я хотел-то, кстати, я уже забыл. А, весенний город у нас. Весенний город, день чудесный, конечно же. Тут даже не обсуждается, ребят. Весенний город, день чудесный. Лихача тут дали, блин, дали еще. Фига, чувак-то тоже с монетным ускорителем шпарит. Так, у нас вроде бы отрыв. Вот был отрыв, и вот это вот потеря... Вот, ребят. Вот был отрыв и потеря скорости именно вот в этой низине. А знаешь, почему он обогнал? Потому что он в низинке в эти, он не заезжает. Он их просто-напросто перелетает. Что сейчас было, блин? Ты посмотри, ты видел? Трындец, два лихача. Я что, самый последний, что ли, еду? Здоровски. Ну вот, пускай там поверху себе веселятся. Слушай, они веселятся нормально. Это я тут сзади. Отстающее звено, блин. А брав 90, он сразу погиб у нас где-то там. Не справился я, короче, с этими, ребята, лихачами. С двумя. Оба меня обогнали. То, что вот им, ребята, в плюс идут вот эти вот трамплины. На трамплинах они, конечно же, очень далеко летят и перелетает там все на своем пути. Видел? Вот смотри, как летит там. Как сумасшедший. Да, в этой гонке я тоже, ребят, наверное, не смогу. О, и! Видел? Вот о чем и, ребята, и разговор. Да плюс, если у них еще монетный ускоритель там офигенно прокачан, то, соответственно... Чего? Чего? Какого лешего он делает?
Как он умудрился вырваться там? Не знаю, ребят. Ехал где-то там на задворках, тут выпендрился. Зачем я вот это взял? Ой, дурила деревянная. Меня опять обманули. Сказали, будут пустынные пещеры. Где же тут пещеры, когда тут просто пустынь? Не, ну тут есть пещеры, конечно, да? Ну, вообще-то есть, да? Кто-то там свой шлем забыл на потолке, я увидел. Оп, вот здесь, конечно, вот на пригорках нам вообще топово заходит. Оп, а здесь-то что ты перепрыгнул? И многие говорят, Рэй, вот типа зачем ты все время нажимаешь кнопочку, ребят, газа? Типа ее не отпускаешь никогда. Ребят, я компенсирую газ тормозом. То есть, если мне где-то нужно притормозить, я просто так делаю и все. А кнопку газа отключать, ну, вырубать, это только в одном случае. Это когда мы едем с тобой на этом, на форсаже. Там, да, если ты будешь постоянно нажать эту кнопку, то тебе горючего просто-напросто не хватит. Оно за секунды сгорит. Поэтому там, да, там надо будет отключать кнопку вперед. Кнопку газа, точнее. А здесь ничего подобного, едь тебе и едь. Ничего страшного не будет. Снижать скорость, опять же, еще раз повторю, ребята. Снижаем скорость за счет газа. Ой, за счет тормоза, блин, газа. Просто кнопку тормоза нажимаешь и все. Ну какого ты... Блин, заговорился. Так, баги, вали. Мешаться мне что тут будет, понимаешь ли. Такой чисто черкашом задел. Оп. Поцеловался с крышей и хорош. Все, ребят, первая позиция. Проехал как нельзя. Хорошо. Лесной кубок. Слушай, ну лесной кубок можно, наверное, в принципе, и на раллийном авто. Хотя здесь, наверное, даже можно было бы нам взять с тобой супердизель. Опять тут байкер. И новый пилот на своей формуле. У формулы тоже, ребята, я видел, проблема именно с подъемами. Если он не взял там, например, скорость или еще что-нибудь в этом роде, все, ребят, то... Да как? У меня слишком большие прыжки, у него слишком приземистые. Поэтому и получается, что я пока там летал в Поднебесной, он по земле проехал. Ну, то есть он ближе к земле, поэтому ему проще, как говорится, быстрее встать на землю и набрать скорость, чем мне. О, видишь, байкер. Байкер-самоубийца камикадзе. Вот что сейчас было? Ну... Вот опять же, ребята, пример вам, блин. Прыжок дебильный, опять же меня подвел. Пока я там прыгал, приземлялся, меня уже в этот момент обогнали. Вот и все. Еще не легче. Ну все, это называется... Пошел рассинхрон. Видел, как Феррари Ой, Феррари, это формула. Еле-еле, ребята, поднимается на пригорке. Третье место, назад отъезжаем. Столичный кубок. Поехали. Это опять эти с подъемами наверх, что ли, да? Если да, то тут мне, ребят, ничего не светит. Ну где там байкер-то? Иди сюда, крыша тебя ждет. Поцеловаться с ней ты хочешь посмертно. Нету? Нету его. Зона опасности. Давай-ка не будем. Ну здесь я почему-то быстрее. Ну! Ну заедь! Нет, ребят, на ней, короче, нельзя заехать на тот выступ. Уже думал, ну, может быть, все-таки получится. Ну, хоть как-нибудь, ну, хоть... И ни шиша подобного. А запомнить, что там надо вниз идти, ребят, ну, это... Тяжело мне. Не дано мне это запомнить. Ладно, сейчас попробуем отыграться.
Там какая позиция-то, кстати, у меня идет? Есть ли смысл вообще тут отыгрываться? О, нормально, в принципе, неплохо. Опять же, ребята, вот этот вот прыжок долгосрочный, долгий. А, седьмое место, нормально. Нормально. Не место, а 7 очков. Седьмое место, блин. Так, здорово, Рэй. Да привет, привет. Ну что, еще шахты? Написали нам, еще шахты. Я так понимаю, две гонки всего лишь осталось. Фига, Рокет, на крыльях. Я думал, неужели читерит первым. А он просто на крыльях там пролетел. Через эти колеса. Я-то как по стиральной доске там прошпарил, ты видел, да? Все, пока не присчитал, блин. Не успокоился. Я вниз. Эй, ну не так же вниз-то. Во. Опять этот Рокет тут. Так, Рокет, иди отсюда, а. Чё ты меня нервируешь. Есть. Опять этого Рокета подрезал прямо на финише. Вот ему, наверное, как обидно было бы, если смотрит видосик свой. Скажет, ну какого лешего. Ну, тут да. Активировался там Ники Пи или кто он там. Ники Чики Пики. Вот и все. Викторий, конечно же, Викторий. Жить. Нормалек. Так, кубок путешествий. Насколько я помню, это три разных трассы, да? Ну, а фиг ли сделать. Пришлось вот так вот на замедляхе, ребята, ехать. Гаденыши, а. Крылатые. Вьюх. Да как... Какого лешего-то, блин? В воду вот... Ведь не куда-нибудь, ребята, а именно в воду надо было шпиндякнуться. Слушай, это Бразилия, чертова, меня достало уже здесь. Дуст. Других слов у меня не находится на него. Надел крылья и думает, что все можно, что ли, я не могу понять. Иди кури бамбук, соплявый. Я не знаю, кто там. Обезьяна. Так, погнали дальше. Идеальный старт. Так, он меня будет долго вымораживать, а? Давай, бери. Есть. Опа. На канистрочках-то как мы его, а? Со сумка этого. Путешествие на пальцах. Блин, это же, по-моему, где у нас эти домики, где мы, как всегда, любители врезаться, блин. Чувак, вернись, я все прощу. Александр, 59. Вот как вот он не боится, ребята, взлетать, и он же приземляется-то по факту, не зная куда. Понимаешь? Вот он по факту приземляется в неизведанное. А может быть там какая-нибудь, я не знаю, там, не ловушка, как сказать-то это. Ну, типа вот так вот он приземлится прямо на подъеме, и чего? И он думает, что это гуд, что ли, ему будет? Я сомневаюсь. Вон, в воду упал сейчас вообще. То есть, ну, я не знаю, это надо либо знать досконально трассу по таймингам, да, чтобы знать, куда приземлиться там. На возвышенность, на низинку. Но я как понимаю, подлетает он обязательно, ребята, на подъеме. Подлетает он на подъеме, чтобы, соответственно, взять как можно больше, большее расстояние. О, видел? Видел сейчас, куда он приземлился? И все. И оттуда он, поверь мне, долго не выберется, если вообще выберется. Все, друзья мои. Топливный ускоритель. Привет всем.
привет. Я все. Я отыграл. Я, подожди, я отыграл, но я все. О, небесная скала, ребята. Хочу. Поехали. Попробуем, что у нас тут получится. Давай только без этих, без переворачиваний. Угу. Замечательно. Так, внизу горючка, да, у нас там. Я ее подобрать успею? Не успел. К сожалению, не успел, ребята, подобрать. Я тут монеток мы с собой напритягивали. Вот мне нужно. Ауч, хотел назад, думал вернуться. Ладно, фиг с ним. Горючка кончится сейчас. Все, ребят, запищакало. Если вот здесь вот мы не поднимем, слава богу. А, это у нас потолок, все, я понял. А что, всего один сундук я получил? Пока. Вот он, второй. Бонус для баги. Для... Почему они называют, что это баги для песка? Не обязательно оно баги для песка. Оно и по бездорожью очень даже неплохо, да? Идет. Так, опять с горючим беда. Ребят, вижу, где-то вот тут вот внизу горючее у нас есть. Я попробую взять. Ничего себе, куда я? А там канистра была, да? К сожалению, я ее, блин, пропустил. Да потому что я был в воздухе, ребят, поэтому и пропустил. Вон, впереди там есть. Отлично. А что здесь, на лихаче, что ли, когда-то ездил? Я что-то не помню, ребят, чтобы я тут... Оу! Обознатушки-перепрятушки. Я думал, что здесь вниз спуск. Блин, горелый. Тогда получается, что я остаюсь без... Нет, канистра есть впереди, ребят. Все, взяли мы горючее, едем дальше. Четвертый сундук уже. Это уже приятно, радует меня. Да, мы и так-то в хорошие времена, ребята, прыгаем с вами отлично. Тут вообще не надо вот эту. Давай поехали вниз. Да, вот так вот лучше сделать. Хотя чем лучше, я не знаю. Расход топлива просто колоссальный. Давай, до канистрочки, до канистрочки. Нет, так дело не пойдет. Да ты... Все, взяли. Так, тихо, что это тут такое впереди? Блин, а до той канистры не дотянуться мне было бы. К сожалению. Да вы издеваетесь, что ли? Они вниз ее поставили теперь, канистру. Пипец. И чё? Все, сейчас запиликает. Так оно и понятно, ребята. Я даже... О! На спутнике, ребята, у меня закончился бензин. Слушай, смотри, там впереди. Эть! И не хватило. Но, друзья мои, я скажу вам, проехал я даже очень неплохо. Смотри-ка, на баге магнит, стартовый ускоритель. Неплохо я прокатился, я тебе скажу. Очень неплохо. Так, мне 34, я на смене, завтра можем переписываться. Ракета Рус.
на смене. Завтра можем переписываться. Можем. Завтра можем переписываться. Если хочешь, можем переписываться. Так, ладно, я закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.